Вот это Черное море. Это вообще невероятно. Что-то с чем. Это просто, это надо вживую видеть. А там вот уже бухта Геленджик. Солнце. А помните картину Айвазовского? Девятый вал, по-моему, называется, да? Вот ты, когда ты смотришь картину, ты уже впечатляешься, да? А тут ты это вживую видишь. Это непередаваемое ощущение. Просто. Ощущение такой... Как сказать? Силы глубины, морской. Глубины, что ли, или как это назвать? Силы морской. Силы природы, силы природы, я бы так сказала. Невероятно, конечно. И эти парусники, как мухи маленькие. Просто как мухи. Да, комарики такие на воде. Да. И морская пучина их не поглощает. А рядом с ними лодка, я так понимаю, это лодка со спасателями. Да, скорее всего. 100% это спасательная шлюпка. Наверное, застряли там. Смотри, он их загоняет в бухту, кстати. А, да. И еще. Сейчас, подожди. Мы доехали до самой последней точки набережной Толстого мыса. Так что, знаете... Но как до маяка мы еще не доехали. Маяк где-то там, я так понимаю, да? Да, дальше. Вот ну, там где-то. До маяка надо пешком идти. Да. Ну, такая вот красота. Самая последняя точка именно набережной. Самокаты фирмы Юрент, но это не реклама. Это отвратительные самокаты, которые быстро разгоняются, плохо тормозят, которых просто реально... Можно убиться, погибнуть. Так мы что рискуем вот. Своим здоровьем. Да, ради все лайков. Да, все ради лайков и подписок, и ваших комментариев, да. Которые вообще драгоценны для нас. Оставляйте, пишите. Да. Можно задонатить. Да. Мы вам еще больше сил. Да, да. Карта привязана к номеру телефона. Сбербанк, Тинькофф. Карта привязана к моему номеру телефона. Кому нужен номер? Нет, к моему. Скидывайте на мой. Ага. Ну такая красотища.